20 апреля Ульяновский драматический театр представит премьеру необычного для нашей сцены спектакля. Репетиции в самом разгаре. Режиссер постановки Владимир Золотарь, уже известный ульяновским зрителям по спектаклю «Бесприданница», который стал лучшим в конкурсном марафоне театрального фестиваля «Лицедей-2019». По признанию самого режиссера, новая пьеса – это своеобразный эксперимент. На этот раз зрители станут участниками спектакля. Здесь очень многое в течение самого спектакля зависит от зрителей, от контакта с ними, от их поведения, проявлений и так далее. И в этом смысле там это во многом для артистов эксперимент, что ли, потому что, конечно, нету такого опыта, да, когда вот какие-то повороты прямо сюжетные могут случиться или не случиться в связи с тем, как возникает контакт со зрителем. По словам режиссера, это довольно сложная пьеса, где текст очень близок к комедии дель арте. По сути, артисты импровизируют текст в зависимости от того, как поворачивается ситуация. Даже во время репетиции, особенно второго акта, возникают большие сложности, так как не хватает зрителей. Вы сказали, что пьеса сложная. А почему вы выбрали именно эту пьесу немецкого драматурга? На самом деле, при огромном количестве там комедий, криминальных комедий и так далее, хороших-то не очень много, во-первых, а во-вторых, потому что в ней вот как раз заложен такой трюк, вот этот трюк общения со зрителем, который делает ее очень привлекательной, как для нас, нам просто интересно это делать, да, и также мы надеемся для зрителей, потому что, понимаете, кто не хочет проследовать убийство? Казалось бы, в спектакле прописаны роли, есть сюжетная линия, но в какой-то момент постановка превращается в некий квест. Это отчасти спектакль, отчасти игра. А почему вы для этого спектакля выбрали ульяновскую сцену, ульяновских актеров? Не в любом театре я бы это рискнул. Да, здесь крепкая, сильная и знакомая мне уже труппа. И я понимал, что здесь можно рискнуть, эту историю сделать, потому что есть большая вероятность, что ребята с этим справятся. Потому что это очень сложная задача. Вот этот вот баланс выдержать между такой игрой со зрителем и, тем не менее, каким-то созданием некого персонажа, некой истории там детективной внутри. С другой стороны, то, что здесь ничего подобного нет в репертуаре. Представив премьеру в мае, Владимир Золотарь вновь вернется в Ульяновский драмтеатр, но в новой роли, в качестве организатора, куратора творческой лаборатории Олега Лаевского. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.